Вот какая девчуля сидит. Заечка. Вот она какая девочка. Ты чё сидишь, заечка? Рыбку. Ну, если будет блестящая, я тебе дам рыбку. Ой, хорошая такая. Поближе. Ёрш маленький. Первая поклевка. Совсем малютка. О, ну этот такой. Не, просто он волнорез. О, а чё ж ты раньше не сопротивлялся, друг? О. О, ну грамм 200 такой. Ушастик. О. Артурик. Вкусный. Ой, это рыба ёрш. А, это ёрш? Да, морской. Можно я фотографирую? Началось. Сейчас. Ну что, ты вернулся-то, привет? Как быстрее, девушка, то я снимаю. Беги. Да, ну грамм 200, смотри, видишь, потер, сейчас перевязывать буду. Короче, ага. Здесь прям заусенец. Видишь? А, вижу, ага. Вот, надо. А то этот, что-нибудь будет. И... Слушай, ну поклевка злая была. Ёрш такой хороший, Артур. Грамм 200 точно. И агрессивный. Ну да, грамм 200. И поклевка злая такая, знаешь, прям. Смотри, осторожно, вот эти вот. Ура! Сейчас, заяц. Ёрш мелкий. Слышишь? Совсем размер сам как приманка. Ай-яй-яй, зайка, я тебе губу порвал. О, посмотри. Давай, беги. Молодец. Погода ужас. Вообще ветер. Ветер стихает, дождь начинается. Потом наоборот, не дает ловить вообще. Корабль уходит. Да и поклевок нет почему-то. Вот
Поначалу были поклевки, когда стемнело, а сейчас уже вот час как нет поклевок.